знаю, вот там дом какой-то стоит, к нему же должна быть дорога. Вот столбы. А предыдущая дорога была. Перед нет, вот, вот здесь-то дома стоят, должна быть дорога. Перед вот дорогой, Вань. Да, я знаю. Давай перейдем. Я просто думал, вот мимо вот этих домов пройти. Перед этим была дорога. Ну да, да, да. Там просто песок был. Ух ты! Так здесь эти свинофермы. Вон она дорога. Дорога-то вот, как спуститься. А, это не канал, это канал. Дорога. Это дорога, это канал. Я говорю, вот надо было мимо тех домов пройти. Дорога. Да, да, да. Давай мимо тех домов пройдем. А что здесь снимаем? Ну блин, слишком это. Да не стоит, Саш, ты сейчас сломаешь нафиг себе зеркальце. Вот и тропинка есть. Тут не особо такой спуск. Алло. Нет. Ну я еще еду, сейчас я приеду и пришлю. Тебе же надо на следующую неделю, завтра пришлю. На велике, на чем? Ты меня отвлекаешь сейчас в данный момент. Все, давай, пока. Там вот в поле лампочки горели, куча свинарников разных. Свинарников. Именно свиней. Ну, хоть видно, какая у меня передача. Так, нам сейчас вот туда. Да, Сань? Не уверен вообще. Как говоришь, одна доедешь по прямой обратно. Не, мы тебе говорили через полигон. Через полигон там только одна дорога. Я буду в другой дороге. Ну да, ночью едешь, там стоят такие. И ждут. Мы хотели меня тоже на этот полигон. Мы тебя хотели днем отправить, завтра. Ты же сама сказала, что завтра. Вот я имел в виду вот эту дорогу. Изначально. Сейчас будет песочек, немножечко. Такое чувство, что вверх едем, да, все время, мне как-то кажется, что ли, или свет так падает. Нет, ну я имею в виду, едем-то вниз, но вот местами ощущение, что горка вверх идет, ну, по деревьям, потому что вокруг. Песок вот здесь, естественно. Там вот на этих колесиках узеньких нифига не видно ничего.
нормальный велик. Да. Само фонари. Но он, блин, в таком режиме сажает меньше, чем за час аккумулятор. Аккумулятор вообще дешевый. Ну, блин, он стоит 30 баксов в Китае. Вообще хлам. Ну, как бы, такой вариант нормальный, в принципе. Можно ездить. А то Саша, блин, видишь, 150 баксов. А вот это, конечно, тема. Он рассеивает. Сначала, чтобы такой брать, надо велик взять другой. А то этот 20 килограммов слишком тяжело. У меня 20 килограммов, да. Но он 8-го года. Железный. В России. В Китае будет, значит, 3 раза дешевле. Ну, да. Вот, вот с этого елочки будем прыгать. Суббота, воскресенье. И вот оттуда вон там березка, видишь, такая торчит одинокая. 140 метров. Что будет желание? Нет, фонарь хорош, конечно, нужен, потому что летом, но это лето такое, в том году лето было, ни одного дождливого дня практически, ну круглосуточно. Часов 12 проснешься, и часов до 5 утра. Да. Днем куда-нибудь на речку, потом всю ночь. Везде. Одни спать ушли, другие пришли. И катаешься. Что-то погода. Каждый денек пытаемся урвать. Вчера была погода нормальная. Вчера не купались. Сегодня что-то дожди, дожди. Под вечер не купалась. Нет, вот сейчас песок. Все. Ох. Тяжело. Где? Ох!
Там еще одни коровники сейчас. Так. Как-то вниз едет, не крутит. Как-то медленно. Ты как-то, да, халяешь. Я тебя все время догоняю. Что, да, батарейка села совсем? Да. Фонариках, я говорю, батарейки хватает дня на три. Потом все, сразу в полсилы. Да. Аж лампочка потребляет до хрена, сразу жрет она. Много. Такой, как инопланетянин, он там едет впереди. Шапка горит, педали горят. Еще бы это. Если бы фару выключил бы, было бы вообще. Да, он купил эти самоклейки. Ну в этом продаются. В Леруа Мерлен, например. Да и много где. Ну, спортмастера стоит 350, а в Леруа он стоит 160. В спортмастере все дороже, раза в 3, в 2. И плюс качество, конечно, там страдает.